месяцев подряд Ирина Григорьева получает по электронной почте письма с испорченными фотографиями своего сына. Все началось после эфира на федеральном телеканале, где уроженка Екатеринбурга стала героиней одной из программ. Теперь интернет-сообщество буквально ополчилось против женщины. В причинах конфликта разбирался Станислав Чеглинцев. Я готов помогать, но только я хочу, чтобы отец взял своего ребенка, который платил и помогал. Тогда до свидания, уходите. Этот эфир буквально взорвал интернет. Уроженка Екатеринбурга Ирина Григорьева обратилась на федеральный канал со своей историей. Девушка рассказала, ее сын Роман родился со страшным диагнозом – микроцефалия. У мальчика не до конца развит мозг. После его рождения отношения с мужем испортились. Молодая мама уехала в Украину, чтобы лечить мальчика. Эфир на федеральном канале разделил интернет-пользователей на два лагеря. Одни поддерживают девушку, а другие издеваются над ней и ее сыном. Последней каплей стали испорченные фотографии больного ребенка, присланные Ирине на почту. Что вообще творится в стране? В цивилизованном обществе давно уже этого маньяка вычислили. И в Великобритании за это посадили на 3 года, а потом еще и запретили пользоваться интернетом человека. Травля на меня организована, целая группа, тролли. По словам Ирины, в программе федерального канала ее историю исказили. Это и стало причиной интернет-троллинга. Отец Романа, который сейчас живет в Москве, Ирина намерена написать жалобу на авторов программы «Пусть говорят» в Генпрокуратуру России. Сейчас она с мамой и сыном живет на съемных квартирах в Украине. Вернуться в родной Екатеринбург она не может. Жилье здесь пришло в негодность. Но женщина намерена отстаивать права своего ребенка, чтобы воспитывать сына в нормальной обстановке. Станислав Чеглинцев, события ОТВ.